Доброго времени суток. Всем здравствуйте. С вами Александр Ната. По официальному прям. И продолжаем играть Resident Evil Revelations. Такс. Ну, идем туда. О, сохранение. Хорошо. Не подходи, не подходи. Я про него забыл совсем уже. Да, ну да. Он тут облизывал. Да-да-да. А вот эта лужа не сканируется? Сейчас попробуем. Оп! А-а-а! О. Ну здесь определенно что-то должно просканироваться. Ну да. Патрон к пистолету. Здесь этих штук нет? Не светится ничего, да, в витрине? Нет, ничего не светится. Ну, здесь вообще пусто. Когда первый раз проходила, я подумала, что тарелки вон тебе должны круглые быть. Ну, блин, ну здесь тарелок же было еще много, на самом деле. Я говорю, я подумала так. Я имею в виду, что это не первые тарелки. О, шкафчик. Патрона. Кто-то отсюда вышел, да? Да. Надо ему отомстить. А, ой! Нет, я отсюда. Ай! Ай! Не подходи! Не подходи! Фу, плавься. Здесь мы, по-моему, с гранатами пробегали. А, нет, не здесь. Паркер, чё с лаком? Вот-вот. Я не помню. А, я тоже, честно говоря, не помню. Ну, здесь, наверное, это был. Нет. Здесь дробовик, да. Сейчас попробуем посканировать. А ничего нет? Странно. Ну, патроны есть. Ну-ка, может быть, нам Паркер что-нибудь предложит? Паркер нам ничего не предложит. Ну ладно. Странно, что из этого шкафа никто не вышел. Я тоже на него смотрел. Я думаю, мы сейчас вернемся в нашу комнату, посканируем ее. А ванну-то, помнишь, не зря мы спустили? Мне так кажется. Наверняка там что-нибудь будет. Ой! Ой, это что-то. Это что-то. Ай! Я слышал тебя. Гад такой. И туда пробегай в угол. Бегу. Вот так. Живой. Ой. Какой-то усиленный вариант. 14. Чё, полечиться? Или? Ну, наверное, да ладно, нормально. Потом оставлю. Я с местностью, ты говоришь, память у меня хорошая, да? Но я что-то не очень ориентируюсь. А, ну вот, здесь я был. Туалеты. А! Оу! Точно. А, не подходи! Да что такое? Гад. Паркер, добей его. Что-то он завис. Вот тебе. Это он в таком... Контуженный. Да, контуженный. Ничего нет. Кабинка закрыта. Да. Ну и хорошо. Ладно. Просто так сюда пришли. Вышли мы отсюда? Вот сюда заходи.
Вроде, нет разве? Может сюда, быть. По-моему. Да. А, во-во-во, место. Интересно, а кроме вот, как вот, случайно нельзя его вывести в такое состояние контуженности? У меня не получается. Я предполагал, что можно будет стрелять по ногам или рукам там как-то по голове. Но вроде эффекта никакого вообще. Он-то. 9 патронов у меня, кстати. Пожалуйста. Опять дверь. Угу. Сейчас посмотрим. 303. Но она крытая явно. Что за знак-то там? Штурвал. Штурвал, да. Руль. Знак руля. Ага. Знак руля. Прям как в анекдоте. Сломано, да? Не да. Горит. Кто? Ну, справа. А, вот двери. Это. Ой. Лифт. А у нас там все комнаты, да? А, блин, ну ладно. Но я бы вообще сбегал все-таки в самый зад. Куда в самый в зад? В комнату, где мы вышли откуда. Ну, сбегай. Ой. Ага. А? А, просто мне все-таки кажется, что в той ванне что-то должно быть. Сюда? Нет. Сюда? Сюда, по-моему. Да, вот оно. Здравствуй. Телевизора тебе не хватило? О! Язык на бок такой. Живой? Не-не-не. Да я не знаю, это как-то сложно назвать языком. Кишка какая-то непонятная. Опа. Отпечаток. Самое интересное, что ничего не показывает датчик-то. А. И здесь ничего. А что этот отпечаток дает? Хоть бы писал, для чего это. Ладно. По сути, можно Всё? Было сюда не бегать. Ну, отпечаток. Ну, отпечаток, да. Сюда, правильно? Угу, да. Угу. Поехали, выбора нет. Может, только дверей заперто. Угу. Лифт только массивный. А, мостик нижней каюты. Мостик, наверное, сразу. Наверх пришел. Ну да. Но обычно на мостике что-то интересное должно быть. Фонарик сам включается. Опа. Кто-то здесь был. Это... Пусто. Забавный момент с напарником, то что он дверь тоже самостоятельно каждый раз открывает. Так, дробовик. Открыто. О, трава. Хорошо. Читать ничего нельзя. Ну, ладно. А еще здесь инвентарь стакается, да? Насколько я понимаю. То есть? Или, ну, трава же стакается в одну. Не так, как в пятом. Каждая травка по отдельности. 5 штук можно максимум с собой, но в одной ячейке, да. Коридор. I'm at the bridge. Это на кому? О, печатки. Пойдем посканируем. Угу. Пока нажимать ничего не буду.
Да ё-моё, далеко. Вниз. Ну, сканировать здесь нечего, так что... нажимать я тоже не вижу что-то полезного. Вроде ничего такого нету, да? Кроме вот той штуки, которая светится. И вот кнопки красной. Система связи отключена. We can't change our course. We're completely adrift. This is recent. The perpetrator can't be far. Ой. Оп. Вот и ваш катер. Да. Don't tell me that was the tugboat. Shit, we'll be stuck here. Уже застряли. Это... мужик какой-то. Его показывали на этом, когда рассказывали про атаку биотерроризма вместе с Паркером. Кто кого? Эпизод 2. Двойная тайна. Конец. Как-то немножко, конечно, не знаю, какой-то вот так вот первое впечатление от игры какое-то немножко смазанное. Не могу сказать, что она мне прям не нравится, но и не могу сказать, чтобы цепляла. Пока нет такого ощущения какого-то необходимого, которое вызывает обычно игра. Не могу пока обрисовать, из-за чего. Я думаю, дальше будет. То есть, могу сказать только, что сюжет довольно интересно выглядит. Все это ловушки, кто-то с нами явно играет. Крис тоже явно придет сюда на корабль и будет тоже здесь развлекаться. И как все будет дальше развиваться, очень интересно. Так, ну и продолжаем, в общем-то. Resident Evil Revelations. Jesus. No one could have lived through that. Then stories of their resurrection are true. Then the setup that got Jill and Parker, it was all... It's a trap! Yeah, I'd almost guarantee it. But Ryan, we'll go after Jill and Parker. Make your way to the Mediterranean. Where? Damn it. Bastard took all my weapons. Can you reach HQ? No, comms are out, it seems. Shit, we'll be stuck here. Damn! Who the hell are you? Что произошло, нам так не показали. Там-то. Призраки Вельтра. Год назад. Серая земля. Руки, смотри, какие. Вот этот вот типок был. Да, это он. О, Паркер. Справа кто, не пойму. Кадет? That's the spirit. It's over. The city is finished. Что? А, она с нами будет ходить. Напарник наш? Ну да, ну, да. Полицейская какая-то. Подозрительно. Много патронов? Да. Не, ну ты же пустой. Тебя экипируют. Джессика? Какая Джессика? Стоп, это Джессика? Ну, судя по колготкам, да. Только волос еще не отрастил. Слушай, лицо похоже.
Cadet, make sure they reach the heliport. Вот так. Колготки те же. They've started evacuation procedures here. Да, но не прям те же. Только она за год волос отрастила. We have been at war for 3 weeks in an attempt to handle this matter. There have been rescues, there have been losses. Too many. But any further delays would simply cripple our cause. Surely you can understand that. I'm afraid I cannot. Obliterating the site by satellite is only a quick fix. We could lose crucial evidence. Using the satellite is already an improvement. We can clean up this mess. I guess you've thought of everything. Even the FBC may not be able to cover its tracks on this one. Let the heavens scorch the earth with justice. These unilateral solutions of yours will only create a new Veltro. Perhaps a dozen of them. Yes. There's the rub. Men like us can exist thanks to groups like that. And he'll just let all those people die. Are you finished now, Director O'Brien? Everyone, you have your orders. Move into position. Raymond, with me. Yes, sir. Старикашка этот в чем-то замешан явно. Угу. Мутный тип такой. И этого еще с собой позвал. Так, ну и... Подойти к ним я не могу. Убейте всех врагов в холле. Это мы можем. Пулемет. А, нормально. Это автомат, скорее даже. Ты уже себя представил как Рэмбо, что ли, от пуза с пулеметом? Да. Вот прям примерно. Ого. Это вот, которых показывали. Куда понеслась-то? Блин. А хрен с ней поснесется. Она в суперколготках. А! Ой-ой-ой-ой. Все-таки живучие-то. Нормально. Все. Прыгались. Отжили. Так, и не успел осмотреться. О, сканера нет. Право. Я думаю, я из пистолета постреляю. Ну по да, что-то как патроны там тратятся очень сильно. Поодиночно. О, вижу, сверкает. Он еще несет, видел? Блин, еще где-то слышу, несет. Ага, сверху еще одна спустилась. Ау! Ой-ой-ой. Так прыгает, зараза! Голову, голову. Я думаю, здесь все-таки тоже рассчитывают. Да я понимаю, но ты думаешь, я не целюсь, что ли? А, еще одна. Ай. Хватит прыгать. Да все уже, все, все. Да нет? Не все. А, вот здесь все. Прицел, когда горит, подсвечивается, значит, mm-hmm. еще живой. Опытным путем. Там еще потом стрелял. Видел, бегу. Ой. Вон. Там еще. Сиди там. Yes. Я же должен забрать все, что здесь есть. Ты наказан, сиди там. Я надеюсь, он стекло не разобьет. Или оно какое-то там бронебойное. Ой, непробиваемое. Бронебойное стекло, это круто. Блин, Джессика уже смылась. Вон травка еще. Где тут этот лифт-то, который она говорила? Лифт наверху, если я правильно понял. Ладно, все, хватит. Я патроны больше не могу взять, не смотря на них. Ой,
Куда пошел? Не туда. Джессика, ты бы там хоть нарисовала, я не знаю, отметки какие-нибудь. Крикнула бы там, что ли, Паркер нуб. С другой стороны обходи. Да Паркер и правда нуб, потому что вот эти коробки разбить. Перепрыгнуть хотя бы можно было бы. И нажимается. Ой, кого-то да. Покушали. И надпись «Опасность». Да, конечно. Опа. Оп. Ой, живой еще. Я, мне показалось глазом, что он моргнул. Ой, в смысле, двинулся. Поехали. Джессика, ты такая веселая. Это, знаешь, у нее эффект. А, нет, она улыбается. По ступенькам. Ну, тебе-то на каблуках, наверное, по ступенькам особенно. Не, у меня нормально, там туфли удобные. Да? На ремешках. И каблуки. Читай. Не шпильки. Видишь? Шпильки? А, нет, нормально, не устойчивые. Ну ладно, я в этом не особо разбираюсь, не буду спорить. А? Странно, какие-то твари. Больше главное... на рептилии похоже, да? Да. Ой, педал как сложился, удобно. Ну да, удобно, не поспоришь. Ты вот видел? Взял, перепрыгнул, а Паркер чё? Паркер, ну... Ну, может быть, мы сейчас тоже перепрыгнем. Не тратить патроны. Понятно. Да я думал, можно. Ну-ка. Открывай дверь. Сейчас, сзади так. Блин, получилось. Ой, а может надо подбегать в этот момент, когда они шатаются? А, и бить. Добивать? Ну да. Хотя стрёмно, конечно. А где который этот ушел? Вот он сюда куда-то же Дробовик. Прикольно. Найдено М3. Все три оружия могу с собой таскать. Классно. Это мне, наверное, после метро просто заклинило, что больше двух. Где-где? Кто? А, сзади. Два. Ох. Противный какой. Так. Так, теперь. Внутрь я, кажется, не заходил же. Здесь. Вот да? Здесь, по-моему, как раз тут и был. Вот, вправо. Нет. А, ты вот тут был. По-моему, да. Тогда не заходил. Да, не заходил. Вправо. А это другой кабинет вообще. Оу. А надо ли туда? Надо. Патроны. Граната. Гранатами еще не пользуюсь. О, еще граната. Поставили так за уголком, чтобы не видно было. А мне вот интересно, почему они напарницами поменялись? Решили сменить обстановку? Год назад было-то. Ну, может что? Быть, Крис как ссорился. Раз с Джилл был. А он с... с ней. Так я говорю, о чем, почему они сменили напарницу? Слушай, не знаю, да. Видимо, задание какое-то отдельное дали кому-то из них. Что тут был? Был я тут? Да. Ну ладно. Слева был, вот сюда пошел, был. Дробовик тут. То я есть, нашел. Но вот в эту комнату не заходил. Если слева сейчас будет дверь, иди нет, дальше. Нет, там не будет двери. Ну, тогда
Вот дверь. Загорожена. Ну, нет, тут двери нет. Не скрипи так. Патронки. Пулемету. So, what do you think about that O'Brien guy? The BSAA director? Not my type. That's not what I meant. I think he's in the right. He needs to stand up to General Morgan. Yeah, I agree. I think being in the FPC distorts your moral compass. You sound just like him. Still, I wouldn't mind being on the right side of the fight. Ее, наверное, дали приз на воспитание. Он ее брутальностью пытался обучить. А, это поэтому он ей там это говорит, иди сюда, поднимай вместе со мной. Да, да, да. Джилл-то суровая барышня, а эта, видишь, какая? Серьезная. Ну да. Не понял. Перепрыгивает, наверное. Ну да. Оу, оу. Какие вы прыгучие. А рептилии, наверное, потому что здесь вода как-то с этим связана. Какие-то мутанты пошли водяные. Ну да, город на воде стоял. Плавучий. Так, снизу закрыто? Закрыто, да. Сейчас все равно схожу. А вдруг... Похоже, здесь я не смогу пробраться. Ура, лестница. Четвертый. Кто-нибудь выпрыгивает сейчас будет. А двери не активные? Дверь? Ну, вроде нет, ручек нет даже. Угу. Мне надо на шестой этаж. А я хотел отметить момент, вот этот, 4-5. По лестнице, когда идешь вечно на середине этажа, задумаешься, какой сейчас этаж. А здесь так удобно. О! А! Давай, давай, выходи. Да я думаю, она не выйдет, пока ты нужно. Нужно этой точки не достигнешь. А может и вообще не выйдет. Шестой. Не, слушай, ручки. Здесь тоже не было ручки. Можно на это не ориентироваться. О. Будет, наверное. Ходит, ходит. Слышь? Причем двое. Слышу, да. Что? Или один, подожди. Пойму. Ну, вроде... Ну, один-то точно. Пистолет на них мало. Вон, еще. Точно, точно, видишь? Казалось. Ну. Не достает. Yeah. Ладно. А вон там еще. Еще двое. Видел, видел. Идите сюда. Че, в идеале, конечно, поближе бы подпускать. Что-то боязно. И бьют они здесь не слабо. Но с другой стороны, таблеток много дают. Опять пропустил, кстати. Надо взять в привычку на каждый поворот поворачиваться. А, просто любят они ставить за углы, да. Причем вот можно за любой угол могут поставить, негодяи. А еще, мне кажется, кто-то еще ходит. О, патроны. Кого-то явно ели. Ладно. О, еще патрон для пистолета. ДРБК, хорошо. Что у нас там получается? Пистолет 7.24. Входим. У
медленно так поворачивается. А быстрым разворотом. Так я же осматриваюсь. Развернуться-то я могу быстро, конечно. Попробовать. Что он там стоит? Вам туда надо? Да ну, нет. Здесь. We can get through here. Give me a hand. Okay, I'm coming. Блин, перевод, конечно, дословный. Ай-яй-яй. Ой. Я не могу. Да, они же потом за ней по пятам бежали. Подождали так вежливые такие ребята. Ладно. Зато не биться с ними. Куда? А, вижу. Ой, что-то красное все. Ага. Это уже на нас луч направили. Пойди. А, не хватает. Луч, наверное, наводят уже. Угу. Надо дёру, по идее, давать. Я надеюсь, они дадут нам. Фига там. Дособраться. Что-то тебе патронов много дают. Да, и они у меня все полные. И траву не могу взять, и даже полечиться не могу. Damn, come on. Давай, лифт. Ой, ой. О, увернулся. Каким-то макаром. Ой. Еще один. Прыгучие гады. А, перезаряжаюсь. Куда их, блин, столько? Угу. Это все люди превратились, я понимаю, да? Думаю, да. Джессика, ты молодец, там слева тоже прикрывала. Ой, еще бегут. Живой. Вот и патроны нам. Не успевает даже взять все. Траву можешь взять. Ой. Ну разворачивайся. Блин. Он с прицелом так не разворачивается. Ай. В смысле, с наведенным оружием? Да, с наведенным оружием нельзя так развернуться. Ну все равно, мне кажется, быстрее будет отпустить и развернуться. Ай! Фига их! Что-то лифт долго едет. Ай! Блин, не дали досмотреть, но... А, ну вас нафиг. А! Да, блин, дробовик не заряжен. Я, видимо, уехать раньше, чем разобраться с ними не мог. Все. Потому что я туда зашел, а у меня там действий никаких ничего нет. А, беги, беги. Блин, сзади. Да, видел. Нет, слушай, наверное, что-то нажать нужно. Давай, поехали. Мя, Паркер. Подраться, блин, хочет. Фу. Нормально, он так с разворотом. Ну, да. Толпа стоит, толпа упала. Патроны все кончились? Почти. Yes. Wiped off the face of the earth. By tomorrow morning,
Terra Grigia will be just a name in a history book. We did do everything we could, right? I hope we did. Well, just don't forget about that lobster dinner you owe me. When have I ever gone back on my word? Ужин с Амаром я ей пообещал. Ну, в смысле, Паркер. Ну, в смысле, ты. Ну, да. Я в лице Паркера. Нет, показалось, что можно открыть. Get the letter, we gotta go. Okay. Давай. Ladies first. Дамы вперед. Ну, она не с тобой бежит. Все. А, я уже думал, они без меня улетели, без нас. Я думал, кто это там выбежал и из-за угла смотрит. Его жарят. Угу. Просто тот самый момент. Буквально успели. Конечно, там температура, что они вот так вот аж. Просто вот взяли и весь город зажарили, по сути. Смотри, плывают из города. Обратил меня на воду? Не обратил. Следы от лодок, от катеров. Вон, смотри, да, смотри. Да, да, да. Вопрос, чьи это следы? Ну там лодки видно, в принципе. Ну что, закончим на этом. Надеюсь, вам понравилось. И увидимся в следующей серии. Всем пока. Всем пока.